Короче, ребят, миллионы людей хотят стать богатыми и трут яйца быку. Потому что это примета, все обтирают его просто, не знаю, до дыр, наверное, просто. Это всем известный бык, который находится на Волк-стрит. Короче, быку яйца потер, рога потер, и значит стану богатым, так что все, ждите. На этом месте были башни-близнецы, и теперь это мемориал. Очень круто. Утро, друзья, и мы идем на завтрак. Мы идем, короче, кушать. Вот Нью-Йорк, да. Сейчас покажу, как там кормят, очень прикольно. У нас шведский стол. Хочешь, набирай, там еще фрукты уже. В общем, мы выбрались погулять, и я сегодня на стелечке. Солидный парень. За нами едут полицаи. Привет, друзья. Значит, приехал я на съемку на крыше. Вы подумаете, что это обосранная крыша с голубями, как у нас, но нет, в Нью-Йорке не бывает таких крыш. Тут на крыше есть бильярд, тут охренительный вид на Нью-Йорк. Наверное, вам больше показать высотки. Вот. Короче, это называется съемка на крыше. Класс. Тут у них такие диванчики. Бомба, вообще ракета. Была съемка на крышу уже на каком-то на большом-большом корабле военном американском. Такие дела. Ходим, ищем, не можем найти выходы, пути. Такая вот фигня. Короче. Военный настоящий корабль. Самолетики. Короче, прошелся я в дождик на Times Square. Вот, значит, и погулял, значит, под дождем. Ну, в принципе, блин, мне нехер делать было. Пришелся, вышел на уличку на Times Square, смотрите, ребята, под дождем. И какая движуха вообще везде, просто везде, везде, везде. Куча, куча, куча людей, куча вообще. Просто даже в дождь всем пофиг, реально. Все валят с работы, отсюда, отсюда. Короче, вот так вот. Вот, и это тем более сейчас 10 часов вечера, чтобы вы понимали. Все сгорит, сверкает и бомба. Еще в Нью-Йорке, прям в центре, на Таймс-сквер находится полицейский департамент. Я вам сейчас его покажу. Вот он сзади меня, сейчас на руке держу, вот два мусора стоят. Короче, вот. И можно подойти, даже что-то спросить.
они такие серьезные, еще, блин, наругаются. Сейчас они меня повяжут вообще. Это будет жопа, вот с этим мусора все стоят. Милиция, милиция. Вот мент еще тоже, бау. Короче, такое, ребят. Ну что, всем доброе утро, друзья. И уже начался 4-й день периода, как я в Нью-Йорке. Могу вам показать, как с самого утра все люди идут уже на работу. Сегодня я не ходил, блин, бегать, потому что у меня скоро очень два важных кастинга в двух самых сильных агентствах. И для меня это безумно важно, чтобы меня там заметили, меня там как-то, не знаю, ну, хотя бы подбодрили, что у меня есть какие-то шансы в Нью-Йорке работать. И для меня это очень сильно важно, чтобы я им понравился. Поэтому мне нужно подготовиться, мне нужно было чуть выспаться. У меня это не получилось, мне с самого утра начали звонить. Ну, конечно, у вас в Киеве уже день, а у меня было еще только утро. И я не выспался, но ничего страшного, сейчас иду поем на завтраке и буду собираться, собирать свои чехлы на очень важный для меня кастинг. Так что давайте, будьте со мной, поддержите меня. Ты куда тикаешь? Заходи сюда. Алла, можно вас снять для своего влога? Можно, что ты хочешь. Да, можете что-то сказать. Что тебе подсказать? Вообще, что мы сейчас будем делать? Когда мы сейчас идем? Очень круто. Сейчас мы проходим как бы по стилизованному подземелью, и мы будем подниматься в лифте на 102 этаж. Это, наверное, один из самых быстрых лифтов в мире. Он поднимается на 102 этаж меньше, чем за минуту. Вот, это так красиво. Да, там как будто пещера. А потом мы увидим перед собой весь Манхэттен. Класс. Вот, со второго этажа вид на 360 градусов. Класс, еще оттуда мы подснимем для вас. Как там очень круто. Ребята, это просто невероятно. Мы поднялись на 102 этаж, это 1200 метров. Это просто нечто, я сейчас вам покажу. 360 панорама. Там просто все такое маленькое кажется, что капец. Сейчас. Итак, друзья, это просто невероятно, ты видишь, и все, это самое высокое здание в Нью-Йорке, 102 этаж, мы находимся на 102 этаже, вот это Бостон, прямо, вот, он через, получается, через вот этот вот проливчик. Это уже Нью-Йорк, Нью-Йорк вообще бомба. Нью-Йорк. Вот, по кругу ходить и снимать, я не знаю, я просто вдохновляюсь всем, все, что здесь находится, что я вижу из окна, я бы хотел просыпаться и видеть это каждое утро, потому что это просто нечто. Конечно, страшно, когда будут сильные ветра, но их не должно быть. Если бы я здесь жил, это было бы для меня просто, не знаю, рай, сказка, что-то невозможное. Сейчас покажу закат, очень красивый закат. Просыпаешься и смотришь на такой вид и понимаешь, что жизнь удалась. Вот. Я бы обязательно хотел бы жить здесь и купить такую квартиру, которая стоит порядка 200 миллионов долларов. Вот, ребята. Такие дела. Вот Алла Костромичева сзади. Опа. Все, всем пока. О май гад! Красота! Кстати, тут больше углом, там видно, как уменьшаются цифры лифта. А, да. Три этажа в секунду, да, мы проезжаем? Четыре.
thank you for visiting One World Observatory.